Залепил окошки полузагустевшей эпоксидкой, которая неделю назад оставалась у меня от заливки подобного разъема, и я ее положил в морозилку. Через неделю достал, она как мед, как засахаренный мед такой густой-густой. Я просто замазал эти окошки, и теперь сверху можно заливать жидкой эпоксидкой. Через окошки эти эпоксидка теперь не прольется в механизм и не будет стопорить стопоры, фиксаторы. Всем пока!